Все эти упаковки с бюллетенями для голосования уже рассортированы строго по районам. Они отправятся в 33 ТИКа – территориальные избирательные комиссии. По выборам депутатов в Государственную Думу бюллетени изготовлено по федеральным спискам около миллиона. По одномандатному избирательному округу номер 77 изготовлено 489 100 бюллетеней. По 78-му одномандатному избирательному округу изготовлено 489 300 избирательных бюллетеней. Печать бюллетеней доверили Брянскому областному полиграфическому обществу. После того, как все бланки напечатаны, необходимо уничтожить печатную пластину, по сути, трафарет бюллетеня. Также разрезается бракованный материал. После можно подписать акт приемки бюллетеней между типографией и избиркомом. Кстати, бланки защищены от подделок и имеют разный цвет. Бюллетени по спискам защищены светло-синей защитной сеткой. Также бюллетень будет защищен специальной маркой, двумя подписями члена участковой комиссии и печатью. Также бюллетень по одномандатным избирательным округам защищен светло-зеленой защитной сеткой. Также будет закреплен двумя подписями члена участковой комиссии и маркой. Соответственно, подписью. Также избирательная комиссия Брянской области получает тираж по дополнительным выборам депутатов Брянской областной думы 7-го созыва по двум одномандатным избирательным округам. Это Жуковский одномандатный избирательный округ номер 16 и Климовский одномандатный округ номер 26. Бюллетень будет защищен розовой офсетной сеткой. Новшество на этих выборах. Впервые за 7 лет для дополнительной безопасности к доставке бюллетеней для голосования от типографии до территориальных избиркомов привлекли управление спецсвязи. Решение о доставке спецсвязи принято для усиления мер сохранности спецгруза. Государственный статус спецсвязи позволяет гарантировать надежность и государственную ответственность доставки избирательных бюллетеней. В течение 2 суток 20 тонн спецгруза будет доставлено в ТИКи Брянской области. Территориальные избирательные комиссии передадут бюллетени в участковые избиркомы 15 сентября. Они будут находиться под контролем полиции. Напомним, голосование по выборам депутатов Государственной Думы 8-го созыва и депутатов областной думы 7-го созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. Андрей Мамошин, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.